но преображайтесь, обновляя ваш разум. Вы знаете, я когда-то задал Богу вопрос, знаете? Господь, как обновлять разум? Ну, у тебя есть такой вопрос? Ну, мы все с вами, знаете, Библию читаем, но мы когда-нибудь вопросы задаем? Говорю, обновляем разум. Шара-бара-бара-бара-бара. Ну, как ты обновляешь разум? Расскажи. Физически, на практике, как ты его обновляешь? Я Богу начал этот вопрос задавать. Я говорю, Господь, как обновить разум? Мне нравится это место. Я хочу обновить мой разум. Иисус мне просто сказал, разум обновляется моими картинами, которые заменяют старые. То есть, входит, идет его слово, в мой разум, в мое сознание через дух, через веру входит картина, мое сознание эту картину съедает, и мой разум обновляется. И я начинаю теперь преследовать то, что в моем разуме. И если я хочу, чтобы обновился мой разум, если ты хочешь, Господь, обнови мой разум, это значит, Бог, замени мои образы. Если перевести вот молитву, Бог, обнови мой разум, это я молюсь, ну, вот если на русский перевести, Бог, замени старые картины твоими картинами. Замени мирские картины своими картинами. Преобрази меня. Бог не может преобразить тебя, если ты не увидел, во что преображаться в своем сознании, если от Бога образ в тебя не вошел.